столетию Расула Гамзатова в Москве пройдет диктант на языках народов Дагестана. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель Московского центра культуры Арсен Гусейнов. За 34 года существования организация стала опорой для дагестанцев, прибывших в столицу. Ею были созданы ассоциации медиков, художников, журналистов и многих других профессий. Работники центра проделали большую общественную и культурно-просветительскую работу. Также организация приобщает к культуре народов Дагестана людей из разных стран и наций. Недавно была вот армянская делегация, они говорят, вот обязательно нас пригласите на мероприятие Расула Гамзатова. Мы хотим провести сами такое мероприятие, посвященное Расулу Гамзатову. Помогите нам. Так. То есть такое общение есть, такое общение и организационно оно есть, и так в личном плане тоже мы близко общаемся.